Так, запись идет? Да, заебись. Не удивляйтесь, что я каждый раз проверяю запись, потому что уже была хуйня, когда я типа записывал, решил не проверять. В итоге я пиздел сам собой больше часа, не больше часа, около часа, а запись в итоге даже не шла. Так что не удивляйтесь, что я постоянно проверяю. Что всем здорово, это Гемста Гэнгста. Сегодня будем записывать сумоны, да, по-любому записывать сумоны. Так, и для начала охуительная арена прошла, я закончил 106-м рангом. Тут, в принципе, я не знаю, тут мне винить некого, потому что я зафейлил очень много атак, где-то 4 или даже 5 атак. Я вообще думал, что я закончил где-то 80-м, но под конец на меня напало где-то трое, где-то в последние минуты буквально. И получилось, что как бы я в жопе закончил. Но, не знаю, меня это не сильно запарило, потому что, в принципе, я сам виноват был, я на себя больше зол. Потому что я очень много ошибся. Я, во-первых, проиграл около 4 атак. Во-вторых, там парочку неудачных целей выбрал для атаки. Это мне потом... Очень долго я, короче, это бил, и очень все это критично вышло для меня. Ну, в принципе, похуй, я не парюсь, на самом деле. И еще тема была... Сейчас... У меня... Я вот с этим лого был, меня все спрашивают, о господи, ты что, перешел во втором разе? Ну, как бы и... Нет, потому что... Ну, я просто, короче, одел это лого, чтобы меньше народу оттачило. И основная массовка, на самом деле, реально не била, это было забавно. Но я сам себе все заруинил, поэтому... Похуй вообще. Так, теперь по поводу такого момента интересного хотел я с вами поговорить. Многие люди вот типа начинают играть и спрашивают, как, типа, даже если ты там какой-то сильный донатор или что-то еще, каким образом типа качать здание ГВ, да, типа это очень тяжело постоянно отбивать арену. Ну, в общем-то, вот как делают люди, кому не жалко на это кристаллы, то есть они находят такого же второго человека, который хочет сделать то же самое, находят друг друга на арене. Легче всего это сделать приблизительно примерно в одном рубине хотя бы. Ну, можно и в голде найти, но просто на это времени больше потратите. Как бы вы находите друг друга, на вас нападают. То есть вы ставите одного монстра в деф, какого-нибудь слабого, там, не знаю, призрака, там, кабанчика. Как бы чувак на вас нападает, пробивает. Он делает то же самое, и вы делаете это в ответ. И, в общем, вы просто, как бы, грубо говоря, играете в пинг-понг. И вот таким образом качаются здания за Глори очень легко. Вон у нас девчонка в гильдии такую штуку вот проделывала с со вторым чуваком. Как видите, 1500 они пинг-понгом наиграли. Это, по-моему, то ли среда была, то ли что, вот этот скриншот. Что-то около того. Так. Так что... Если вам не жалко кристаллов, можете смело качать Глори и спокойно вот таким вот образом. А теперь по поводу авторамразии маленький момент. Почему... Ну, то есть, мне вот тоже высказывают, вот почему ты типа их хейтишь. Они нормальные ребята, они не пидоры, это нормальное явление. И так далее, и тому подобное, что типа, блядь, они молодцы и все такое. Так вот, это скриншот с чата авторамразии. С печи, кто не знает, это ГМ этой гильдии. И PLGX, вот этот чувак, это чувак, который уже раз 5 отказывал им в том, чтобы присоединиться к их гильдии. И он пишет, что приказ на сегодняшний раш, установка на сегодняшний раш арены, каждый раз, как вы видите этого пацана, фармить его, пока он не присоединится к их ней, там какой-то там 38-й гильдии. И вот снизу прилагается скриншот, что да, вы молодцы, вот вы его отфармили. Это типа клево. На прошлой неделе давайте продолжим в том же духе, пока он к нам не присоединится. И это происходит не с одним человеком, такое как бы... Это не единственный случай. Так что... Вот почему как бы я к ним негативно отношусь, вот почему я говорю, что это автомразь, вот почему я говорю, что это пидоры и так далее и тому подобное. То есть... Ну, в других гильдиях такого нету, что целенаправленно фармить одного человека,
чтобы он присоединился там к какой-то вашей там говногильдии или что-то еще. Такого серьезно, я вот я был в нескольких гильдиях, и я как бы знаю о многих гильдиях, такого нигде не было. Есть, что кого-то просто не любят и фармят, или там что-то еще за грубость за какую-то фармят. Такое есть, но это даже как бы так не продолжается. А так, чтобы толпой фармить одного человека в несколько гильдий, чтобы он типа от безысходности присоединился, ну это серьезно конченая тема вообще. Просто как бы, то есть чувак просто прямым текстом говорит, я не хочу быть в вашей гильдии, у меня своя там какая-то говногильдия с друзьяшками, я не хочу к вам присоединяться. Они типа, ну не хочешь, значит заставим. Ну это бред, серьезно. Так, да, сюда идем. Так, вот это. Так, кто-то еще должен быть. Вот это и... Так, а мне бар же сжигать и надо. Нет, бар не буду сжигать, пизду бар. Так, раскул, хил, говнохил, дамаг. Так, лидерки нет, да пизды. Погнали, я думаю, должен справиться легко. Хотя не факт. Но это нормал, в принципе. Нормал же можно дамагом давить. Так. Давай. Не надо сейчас прокать, потом будешь прокать. Неплохо. Бля, я не ту убил, надо было центрально убивать, ну ладно. Так, главное вот эту овцу убить, чтобы расколов не было, а дальше все окей будет. Я ульту оставлю на босса. Сумонить буду нормальное количество. Ну как, там для какого-нибудь чувака, у которого просто куча свитков. Нет, я потрачу сейчас ульту. Для чувака, у которого куча там свитков, не проблема, это, конечно, мало. Но для себя я накопил много. Так. Сейчас слип, да, будет? Нет. Ебать, вы что творите? Эй, вы амазонка. Хильте ее. Там что-то ГВД обсуждают. Пускай. Пиздец, крест. Блин, она сдохнет, даже не дойдет, наверное. Все плохо. Так, она разложилась, в ней красная это reflect damage. Ну, я попытаюсь заморозить зеленую. Это идеально. Так, ну пока стрельну сюда, потому что нужен тупо раскол. Давай, йоло, похуй вообще. Забавно, она не рефлектнула, что ли, никого? Пиздец. Классная амазонка, супер. Она даже, блядь, по-моему, не сходила ни разу. Интересно, я вообще, блядь, убью его? Но амазонка полное говно. Я как-то думал, типа, процентный дэмэдж, круто, но без ведра что-то не зашло. Да с ведром, наверное, тоже не зашло бы. Так, а чё по расколу? Почему он пропал-то? Алло? Дядя, верни раскол. Так, минус тавор. Но мы добьем, по идее, босса. По идее. Да. Амазонка говно, ненавижу ее. Сумонить буду просто до хера. Так, не нужны нам ваши паки. Да если бы псаман. Так.
Ну чё, готовимся? Так, ну начнем с чего-то простого. С обычных свитков начнем, наверное. Погнали. Так, я озвучивать буду поменьше, потому что я тут схему новую мне тут подсказали, я считаю в голове, короче. Так что не особо удивляйтесь, если я отвлекаюсь. Блядь, я молнию скипнул. Ну ладно. Это неправильно, короче, не надо было мне скипать. Молния, нихуя себе, он что-то прям прет на молнии. Любые четверки, в принципе, это неплохо для крафта легендарок, потому что они у меня кончаться начинают. Ой, еще раз молния, ничего себе. А что так прет? Ну, прет на парашу, да, на ВДВшниках, нахуй. Ну, похуй, похуй. Это все равно четверки на крафт, так что... Я ничего, в принципе, такого не теряю. Так, ну вот уже до хрена свитков без молнии идет. Так, ну, попробуем. Ничего. 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 Снова ничего. Классно. Снова ничего. Прикольно. Просто заебись. Окей, просто легендарки тогда бахнем, посмотрим, что там будет. Кунг-фу гео. Смотрим дальше. Монах воды, пиздец. Прикольно. Мне даже некуда на скиллы его тратить. Это такой бред, блядь. Честно, просто бред. Кмон. Это лол вообще какой-то. Варвар. Не тот цвет. Бля, пиздец, дюк Чандри, да ну нахуй, а. Неверлаки, блядь. Это что? Пират. Пират тоже не мог. КФГ ништяк, вот КФГ была, это вообще нормально. О, Джокер, вот Джокер это классно, кстати. Джокеру я рад, я вкачаю хоть что-то, блядь. Ну, КФГ на скиллы тоже, да, прикольно. А так, блядь, дюк Чандри, который даже поюзать не могу никуда. Надо было вначале Илдехи бахать. А так въебал все и теперь пиздец. Печалька. Нахуй, нахуй эту систему. Нихуя не работает. Ебал в рот. 15 ЛД без молнии. Нет, 14 ЛД без молнии и потом говночандра. Классно. Блять, я скипнул. Я уже на автопилоте жал, скипнул. О, молния еще. Русалочка. Тоже юслис. У меня обе русалки прокачаны. Но на эти, на скиллапы пойдет вообще нормально. Ну-ка, на последнем этом.
Джокер еще один. Это ништяк, это скиллы. Это ништяк. Так. Сейчас мы скормим быстро. Вот это, вот сюда, допустим, кучу корма. Сейчас быстро ляну, весь корм скормим, ненужный. Блять, Бунти Хантер качаться еще начал. Да, Чандра это просто ебаный провал. Мне даже на скиллы он никуда не пойдет. У меня все монки с фулл скиллами, блядь. Че, я просто король монков, нахуй, какой-то. Бля, я скормил этого черного приста, у меня вроде ее нету, да и похуй на говно. Так, ну чё, продолжим, короче, хватит это терпеть. Это ещё нихуя не конец, это только начало. Конечно, с ЛД, блядь, обидно, но... Ну, как бы я что-то подобное ожидал, потому что... Я пожизненный варваки. Что ничего нового. Там четырехзвездный какой-то пендюх упал. Молния, ну-ка. Танцорша водяная. Ништяк, кстати, на скиллы. Неплохо, вполне неплохо. Четверок, конечно, я вроде до хрена достал, типа, вроде как должно быть круто, но... Как-то я не для этого, блядь, копил. Чё, это Хорус огненный? Ну, тоже бесполезен, можно так выразиться. Да, наверное, тоже на скиллы его пущу, потому что... И хотя кину на склад, мало ли. Пусть лежит пока. Не на скиллы, в смысле, а на легендарке. Русалку точно на легендарке пущу, она бесполезная. Так, ну-ка. Въебем по камням, так сказать, разочек. В ротацию с псаманом я все равно не верю, мне не повезет. Все, что-то молнии кончились. Ну ладно. Гоу обратно на свитки. Там причем мне так понравилось, там страйк был 20 с чем-то свитков без молний. И после них 15 ЛД без молний. Так, это что, Джокер? Джокер на скиллы, это клево. Джокер это классно. Это то, что мне нужно. Бля, я, наверное, просто на склад буду кидать, так быстрее выйдет. Так. Да, у меня места должно хватить. Так, и джокеры. Ну вот самое классное, я вот прям рад, что джокеры упали, потому что
Мне как раз нужен был Джокер, я давно выбить его не мог. Это, блядь, это действительно хоть что-то в этот раз. Потому что Чандра это говно ебаное. Даже если бы, блядь, у меня его не было. Опа-на, у меня краш приложение. Да ты чё? Так, это печально. Запись идет? Да, запись идет. Да уж, блядь. Еще, конечно, дохуя чего осталось сумонить. Ну, так, нормальное количество, но что-то я не чувствую там чего-то хорошего, какого-то улова. После ЛД, блядь, этих. Прям обида в натуре. Так. Так, да, канал загрузился, все. Можно продолжать ехать на дно. Молния. Молния — это хорошо. Любая причем, кроме фейков. Тайрон. Тайрон Ланнистер. Нахуй мне нужен. Ты, блядь, упал мне года два назад, когда реально нужен был. А сейчас нахуй от него толку ноль. Так, ну-ка. Чё-то пока не особо. О, молния. Ну-ка. Собачий хуй. Ну ладно. Они мне не нужны, по идее, вообще. Так что я их пущу на легендарки. Хоть набрал корма для легендарок, а то... Нечем уже нормальных мобов, типа там самурая всяких скармливал. Хотя самурай мне по большому счету тоже не нужен. Ну-ка, что отсюда? Русалочка. Ничего, блядь, нового. Ух ты, молнии. Причем залагавшие молнии. Ага, леса говна. Отлично, блядь. Так, погнали. Бля, я так вангую, просто люди будут смотреть бомжи какие-нибудь, у которых четверок даже нет, и такие, вау, блядь, у тебя столько четверок, это так круто. Тебе так повезло, да, они мне вообще нахуй не нужны. Ну, люшены, да. Люшены нужны были и кунг-фу, но она только одна упала кунг-фу. Так, это что? Magic Knife. Классно, блядь. Будет на складе, чё теперь. Так, ну-ка. Есть молния или нет? Надо проверить. Я хочу воду еще пооткрывать. Нихуя. Так, ладно. Ну-ка, молнии. Что здесь? Арфа. Ну, это тоже, нахуй, отложить лет на 20. У меня уже там арфы 3 лежит, наверное, что-то такое. Причем без дела так тупо лежат просто, потому что пират. Пиратов тоже уже до хера накопилось. Думаю, второго галеона докачать скиллы, может, не знаю. Я как-то рассчитывал, что может когда-нибудь упадет темный, но по всей видимости нет. Так что похуй. Еще одна арфа. Клево, нахуй, чё. Клево. Так, ну... Ничего, ничего. Ладно, бэк. Вот эту.
Нажимаем. Бля, опять full float. Ну-ка, кстати, это. А, это просто, я понял. Это хуйня, это фейк. Блин, где здесь вот это, да? Вот в нее надо скормить. Так, и все это на склад. Все это на склад. Бля, у меня места реально хватит, нет? Так, ну вот эта параша на скиллы Оливии пойдет. Это, в принципе, тоже неплохо. И там кто-то скажет, вот ты корма поднял, типа нет. Корм это не про меня. Он абсолютно для меня бесполезен. А я огонь пропустил, что ли? Ну, пока из всего, это Люшен плюс Кунг-фу плюс, кто там еще был, плюс один скилл Оливии, который я, в принципе, не пользуюсь вообще. Да и вряд ли, наверное, буду пользоваться. Это пока из всего, что выпало. Остальное вообще даже не интересно. Арнольд, просто, блядь. Круто вообще. Лучше ничего не могло быть. Ну, на Арнольд точно на скиллы пойдет. Собачий хуй тоже на скиллы пойдешь. Ну, реально, как бы, молнии есть. Молний много, но они бесполезны. Ну, давайте хотя бы кунг-фу, блядь, я не знаю, там. Давайте хоть полезных мобов мне на скиллы, которые реально нужны, блядь. Чего этот Шемитай? У меня фулл скилл Шемитай, фулл скилл Барета. Куда вот мне его юзать? Ну, на легендарке только. Похуй. Хотя мы на легендарке, ладно, хуй с ним. Ебать, молнии подперли. Пруха, пруха, пруха. Кунг-фу, найс. Вот это ништяк, вот это ништяк. Это полезная молния. Джирофи, нахуй. Круто, блядь. Так, все, избавились от свитков ветра. Так, что-то не идет. Вода тоже что-то не идет. Классная EVX четверка. Ну, в смысле, EVX тройка. Еще одна. Молния, ну-ка. Рина, блядь, плохо вообще. Это просто какой-то провал, блядь. Бля, я так дохуя копил, чтобы вызвать одного ёбаного Чандру. Господи, за что нахуй? Похуй, камни года бьем. Ну, что-то все выключили молнии. О, а вот и молния. Леса, заебись. Заебись в деревне летом. Блять. Блин, можно было бы их по 10 штук тоже сдавать, как синие свитки. Чё, мне вот как-то вообще не в резон, блядь, тыкать, сидеть постоянно. Блять, я планшет нечаянно задел. Часунка. Ну, на скиллы пойдет, да, кстати, нормально. Еще молния, давай.
Убийца. Круто. Убийцы нам не нужны, к сожалению. Скормлю ее нахуй на легендарке. Так, сотка. Сколько мне мест надо? Где-то 20, да, примерно? Сейчас подкидываю сюда корм. Ну вот, всех водяных скину, должно хватить, по идее, да? Да, должно 22 места. Если я ничего не путаю, должно хватить. Давайте мне хоть корм на эти. На легендарке нужен больше корма. Что это, пиретка? О, кунг-фу, найс. Вот это найс. Вот это класс. Это... Вот этому я реально рад, блядь. Это действительно то, что мне поможет. Лиса, иди нахуй, нет. Ты мне не нужна. Иди нахуй, лиса. Сколько там осталось уже? 4 самончика. Ну, погнали. Нихуя. Ну вот такие, короче, пиздатые самоны вышли. Вот так вот я нахуй копил, блядь, сколько там, 2 или 3 месяца я это дерьмо копил и получил только ебаного Чандру. Вот так вот нахуй. Не знаю, я много сделал самонов, не выбил ничего. Вот такие дела. Всем спасибо, всем пока.